Так, стоп. Это мы, конечно, эпично упали. Но давайте посмотрим, как красиво все начиналось. Ребята, мы решили прокатиться с Илюшей на плюшке. Да. О, уже идут. Все, давайте. Это самое быстрое вообще, что было. Я еще хочу очень. Нет, я больше не выдержу. Он с камерой вот так вот. Рука дружит у него туда-сюда. Ребята, оставайтесь с нами, впереди еще будет очень много интересного. Подписывайтесь! Наше следующее приключение мы решили провести очень экстремально. На самом деле я очень переживаю. И стрёмно. Мне очень страшно. Я очень переживаю и боюсь. Ну, знаете, так, смешанные чувства и какой-то, извините, страх, и как-то, ну, не знаю, как будто сейчас. Мне только страшно. Дело серьезно. Тут улыбаться, стесняться вообще не стоит. Ощущаешь, что сейчас поцелую, получишь глаза. Да, может, дальше будет. Был бы немножко... Ветерок в другую сторону можно было бы посмеяться. Сейчас мы будем с вами перегонять ветер. Надо будет бежать быстрее ветра. А как именно мы будем бежать, мы сейчас с вами будем репетировать. Смотрите на меня. Вот, локти прижаты, руки разведены. Это ты с вами. Ты делаешь шаг вперед, ты остаешься здесь. Ноги расставляешь. Смотри, ты будешь бежать. Вот так. Вот ты присел на старт, внимание, и вот так побежал. Почему а так, чтобы ты не наступил ей на ногу? Ты обычно. Ты сейчас одну ногу на старт. Да. Это для того. Ты немножко присягнулась, чтобы у тебя вот здесь уже все, ты в энергии. Да. Тебе только сказали, ты как от самой страшной собаки, поняла? И мы сейчас с вами все. Бежим до самого ноги. Я говорю, приготовились на старт, внимание, побежали, и мы просто заткнулись. На старт, внимание, побежали, побежали, бежи. Так, скажи мне, что тебе надо делать? Бежать. Правильно. Тебе как надо бежать? Да. Об этом надо всегда знать, помнить и думать. Чтобы вы понимали, вы бежите. Это птица, которая вот так прижимает крылья. У нее сзади крылья. Но вы бежите, вы не... она раз расправляет, автоматически расправляет. Но вас автоматически купол выстреливает сзади. Смотрите, купол выстреливает, уже это ваши крылья. И вы уже все, вау, полетели. Кричите, смеетесь, привет передаете. Там ничего страшного нет. Страшно только, знаете что? Лежать на песке, не понимать, зачем ты родился, зачем ты живешь. Летишь, отрывается, вот ради чего ты живешь. Маска, вперед, вперед, сейчас. Давайте! Побежали! Готовы? Да! Побежали! Побежали!
обязательно поставить за это лайк и подписаться, потому что я как будто... Звезду делали или нет? Да. Молодец. Ну, ребят, мы вот так вот прокатились, полетали. Да, полетали. Я сначала ударился, но потом, короче, в полете мы с Машей делали... Я даже не поняла, как мы с тобой взлетели. Да, это уже так неожиданно было. Я думала, мы еще хотя бы чуть-чуть побежим, и тут бац, и уже летим. Да, вообще эмоции было страшно. Передать это вам надо попробовать, это приехать. Смотришь вниз и думаешь, боже, где мы это вот... Как мы сюда взлетели? Было страшно, когда мы смотрели просто вниз на море, еще если мы все время думали, хоть бы не упасть с такой высоты. Mm-hmm. И мы еще, кстати, страшно. Когда думали, что сейчас мы приземлимся, нас вот так вот вниз опустили, mm-hmm. и мы ногами да. по воде. Да, 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 да. Я уже думала, что мы сейчас так плюхнемся в воду и все. В детстве всегда хотел стать птичкой, полетать. Да, вот попробовали. Очень понравилось, советую вам сюда приезжать и пробовать тоже полетать. Я бы полетал второй раз, но что-то я немножко боюсь. Ну, нам сказали, что если вот сильный ветер, как сейчас, ну не только сильный, просто подходящий да, ветер, подходящий можно ветер, с места, даже с пляжа. Да, даже не, не с разбега, как мы с Илюшей, а просто там вот так вот. Два шага, и ты уже взлетел. А потом просто даже можно вот здесь вот на берегу приземлиться. Не так мы аж там. Да, но если тебя сложат. Да, в общем, ручки вот так вот. Да, нам очень понравилось. И Андрей, всем советую вот сюда прийти. Спасибо здесь за просмотр. Мы за это должны обязательно лайки, поставить да. жирные лайки и набрать где-то хотя бы 100 тысяч просмотров. Вот. Да. Все, всем спасибо. Пока. Подписывайтесь. Пока.